Пара секунд, и служебная собака находит источник едкого химического запаха. Эти пакеты напичканы так называемой синтетикой. Все началось с обычной проверки документов у водителя. Однако мужчина за рулем повел себя необычно. Руки у него дрожали, глаза бегали, а предложения рассыпались на обрывки фраз. Разговор с госавтоинспекторами никак не клеился. Тогда они решили вызвать оперативников и досмотреть иномарку, чтобы понять, что скрывает подозрительный автолюбитель. Вскоре причина такого беспокойства и страха стала ясна. В багажнике автомобиля и в кармане куртки гражданина были обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов с неизвестным веществом. Согласно исследованию, изъятое массой более 7 килограммов содержит в своем составе наркотическое средство метилоэфедрон. Мужчина оказался курьером. Он как раз по поручению своего куратора забрал оптовую партию наркотика. Однако о своей нелегальной подработке водитель рассказывать отказался. Вместо этого он сделал вид, что и сам удивлен таким находкам в своей машине. Скажите, что у вас в машине находилось? Не знаю. Это ваше? Нет. А откуда из Москвы? В Москву приехали. Я здесь живу. Велика вероятность, что теперь москвич отправится жить в тюремную камеру. За распространение запрещенных веществ ему грозит солидный срок. Стражи порядка устанавливают кураторов, которые дистанционно руководили действиями задержанного. Алексей Качкин, Алла Смотрикова и Сергей Никеров. Петровка, 38.